Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня у нас и новая, и в то же время не очень модель. Она в какой-то степени нам знакома, но в более простом, в более легком исполнении. Как вы знаете из наших предыдущих видео, у нас ранее поставлялась модель AGF-200. Это мульчер преимущественно коммунального назначения, оборудованный дополнительным манипулятором, который позволяет работать параллельным курсом с трактором, работать под различными углами, то есть трактор, двигаясь по ровной дороге, может отрабатывать склоны, бугорки, либо даже склоны арыков. Эту модель мы ждали долго. Модель AGF-T200. Она отличается от предшественника серьезными улучшениями и значительным усилением, так как в наших условиях требуется мульчер, который может справляться с относительно толстой веткой, с серьезными препятствиями в виде муравейников, кротовых ям, насыпей, и при этом никоим образом не страдать технически, не повреждаться. Было принято решение приложить максимум усилий для сертификации и ввоза в нашу страну этой модели. Что мы здесь видим? Какие отличительные черты от предыдущих модификаций? Конечно же, это серьезное усиление на основной рабочий вал. Так как вал здесь у нас идет 200-й, он оборудован молотками кило 120 грамм. Было принято решение усилить подшипниковый узел для более эффективного противодействия серьезным препятствиям. Дополнительно установлены такие вот демпферные пружины, которые позволяют амортизировать удары и столкновения мульчера с различными препятствиями, которыми могут быть пни, столбики боковые, все что угодно. Наличие такого амортизирующего устройства позволяет продлить срок действия и срок службы самого агрегата, а также не останавливаться вынужденно во время серьезных длительных работ. Как мы видим, здесь у нас трехточечная навеска, которая может быть отрегулирована, исходя из специфики непосредственно основного силового агрегата. То есть может быть агрегатирована с тракторами МТЗ-80 и выше. Управление гидравликой у нас происходит через быстросъемные муфты, рукава высокого давления. Здесь они у нас закрепляются в транспортировочном штатном режиме таким образом. Рама выполнена с усилениями. Дополнительно есть опорная ножка для того, чтобы в складском положении рама не заваливалась, тем самым ее было гораздо проще нацепить на трактор. Очень серьезные усиления на корпус вместе сочленения рамы, гидравлики и основного рабочего агрегата. Усиленный боковой редуктор. Он идет в гораздо большей мощности, чем предыдущие модификации, но также укомплектован обгонной муфтой. Таким образом он скомпонован на постаменте. Дополнительная защита ремней. Здесь у нас 5 ремней. Защита спереди осуществляется пластинами, которые предостерегают трактор и оператора от вылетающих камней, либо обломков биомассы. Лыжи боковые регулируемые. Усиленные. Да, сзади мы видим регулируемый опорный каток. Он оборудован дополнительно
ножом для очистки от налипания биомассы, армирующая балка для прочности и жесткости конструкции. И самое главное, это открываемая задняя крышка. Наличие этой крышки способствует повышению скорости движения трактора при больших объемах обрабатываемой биомассы. Наличие этой крышки упрощает обслуживание основного рабочего вала. Она имеет несколько регулировок, ее можно приоткрывать частично путем фиксации на различных уровнях болтовых отверстий. Управление по тангажу осуществляется с помощью гидроцилиндра, то есть косилка может отрабатывать как живые изгороди, так и наклонную поверхность почвы. Обращаю внимание, что значение отработка наклонной поверхности почвы не означает, что мульчер предполагает работу по непосредственно почве. То есть все-таки это косилка-измельчитель, она рубит ветку толщиной до 7 сантиметров, но только ветку, без выгрызания корней и пней. Подобного рода мульчеры у нас работают во многих местах, как центральная часть России, так и юг. Хорошо себя зарекомендовали. Просим обращаться по любым вопросам.